Компания-владелец «Звезды Востока» должна проверить все свои корабли. Суда, схожие по конструкции с затонувшим теплоходом, в целях безопасности будут выведены из рейсов и временно приостановят работу. Такое распоряжение поступило из Минтранспорта КНР. Кроме того, с наступлением сезона дождей местные власти начнут проверки в регионе всех водоемов, скоростных шоссе, железных дорог и инфраструктуры достопримечательностей для устранения рисков.